Для меня главное было служение Родине, своему народу. И с чистой совестью могу сказать, я сделал все, чтобы выполнить этот свой священный долг. Дни самых моих больших радостей совпали с радостями Отечества. Тревога Родины, ее потери и огорчения всегда волновали меня больше, чем личное. Я прожил жизнь сознанием, что приношу пользу народу, а это главное для любого в жизни человека. Георгий Константинович Жуков, воспоминания и размышления. Прошел разный путь от солдата до маршала и вошел в историю как один из величайших полководцев 20 века. С его именем связаны самые блестящие победы в Великой Отечественной войне. Для нас его жизненный путь навсегда останется примером мужества, стойкости и величия духа. День рождения Георгия Константиновича Жукова – особый день. Георгий Константинович Жуков прожил жизнь с осознанием того, что он приносит пользу народу. Эти слова яркого патриота, удивительного человека и талантливого полководца актуальны и по сей день. Изучать военный опыт защиты Отечества, брать из него то, что помогает наиболее эффективно обеспечить оборону Родины. Никогда не следует забывать то, что пока существует империализм, остается и возможность возникновения новой мировой войны. Георгий Константинович Жуков, воспоминания и размышления.